Еще два детских сада откроются в Люберцах и смогут принять 300 малышей. Интересно, что архитектурный проект дошкольных учреждений уникальный и имеет круглую форму. Насколько будут комфортны новые здания для детей, проверила депутат Госдумы Лидия Антонова во время своего рабочего визита в наш округ. Круглая стеклянная крыша, круглый театральный зал, круглый бассейн и даже круглые светильники. Два новых детских сада в микрорайоне Красная Горка. Единственные такие в Люберцах. Депутату Государственной Думы Лидии Антоновой такие оригинальные архитектурные проекты понравились. Это развивает творческое начало, а вместе с тем здесь есть все необходимое для детей. Много воздуха, второй свет, бассейн. Есть возможность для занятий с детьми, которым необходима поддержка с точки зрения логопедии, психологической помощи, кабинет психологической разгрузки. Рекреации и зоны сделаны так, что можно их использовать под театральный кружок, там, под представление, по какие-то конкретные дополнительные занятия. Ну, в общем, порадовал проект. Кроме того, Лидия Антонова заметила, что городской округ Люберцы успешно выполнил указ президента по доступности дошкольного образования. Это завершение программы строительства детских садов в 7-8 микрорайоне. Всего у нас в этом микрорайоне 7 детских садов. Два новых детских сада рассчитаны на 150 детей каждый. Принять малышей здесь могут 1 сентября. Все путевки уже выдали, персонал подобрали, игрушки купили. Яна Яковлева, Никита Скроган, телеканал РТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.